командасы менен Бангладештин ушул ишенген футболчу 4-й Кумарбай уулу Баяман, 6-й Аброр Аскаров, 9-й Максат Алыгулов. Возраст, в принципе, та, которая наша националка. Тем временем правый фланг. Ух. Беттештерине кайтып келе турган болсок, булабалдан кийин азыр топ тартып алды, алыстан сокку гол! Жана болушунчанын ошол мыкты жүрүштү көрсөткөн болчу. Суман Реза, Бали, өтө ишенимдүү топту тартып алды, мына караңыздар, жана көпкө созбой туруп алыстан кубаттуу сокку, жыйынтыгында эсеп 0-1, Маглигасын алканда башка турнирде жана анын соккусу жок, чыгарып берүү жермен узатылды, жерменен жыйынтыгында жок. Алыгуловдун дараметин көрүүгө болот, себеби канчалык деңгээлде ал дегиче Орозбек Тимурулу. Как? Ну, сыграл тонко, конечно, почувствовал момент. Это очень важно. Давайте еще раз на повторе озвучим. Тимур Орозбек Улу. Аманжан Жанбек Улу. Это коспас чыгарды. Демек, был жерде Аманжан Жанбек Улу. Тем временем наша молодежная сборная в атаке на вес штрафную. Ну зачем? Оставить нужно было. Жайтасын сен, тура өтө көп бизде балдар бар. Биз алардын бар кимиси бар, ким жоон билбейбиз да жакшы. Ал ортодомуна Максат Алыгулов топту сакташ керек, сактап калды. Пас! Жана топ чыга элек Гүлжигит Бөрүбаев. Демек, Аманжан азыр жакын пас калтырды. Андан ары Шыгайбаевдин пасы. Экинчи кабаттан гол! Азыр кимге келди? Гүлжигит Бөрүбаев жаратты. Вот, давайте на повторе более детально рассмотрим. Навес штрафную. Удар. Здесь был рикошет и на добивание Гүлжигит Бөрүбаев пробилась в финальную часть чемпионата Азии. Тем временем очередная атака нашей молодежной команды. Ну как так-то, а? Так, Гүлжигит Бөрүбаев навес штрафную. Борьба на втором этаже. Так, ошибается, ошибается здесь гол. Алишер Шебеков пас направо. Снова навес штрафную, Бөрүбаев. Ух. Ждем свисток Мадери Тачиева. Звучит свисток навес штрафную. Очень опасно. И Артем Пряткин. Баев, Шыгайбаевка. Удар! Жанагин. Азыр Арлен Шаршенбеков. Оказался Максат Алыгулов. Счет становится 3-1. Давайте рассмотрим детально. Удар из Дарика Шыгайбаева. И здесь на добивание пытался Арлен Шаршенбеков пробить. Но Максат Алыгулов забил на добивание. Только узатылган пас. Баяман Кумарбай улу жаңылышты сокку. Жана гол. Мынтип кайрадан өзүнүн ишенимдүү. Ждет кому бы отдать. Так, очень перспективно. Нужно быстрее расставаться вперед. Закидывает. И снова ошибаются наши игроки. Бангладеш получает отличную возможность. И Артем Пряткин. Партиков Кочарау. Данил Артиков. Он ганат менен барыл дамдық менен барат. Ал эми эйим болса 3-2 эсебинде жыйынтыкты алды кадырман мекендештер. Караңыздарчы, кандай кооз, кандай керемет беттеш болду. Соңку мүнөттөргө чейин эмоциялар сакталды. Ал эми биз болсо улуттук курама командабызды, олимпиадалык курама командабызды жеңиш менен